Здравствуйте, вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Александра Худякова. По пермским дворам и улицам мы колесим на автомобиле, который нам любезно предоставила компания «Другое такси». Сертифицированный партнер сервисов Uber и Яндекс.Такси. Не успела пермячка Надежда Савина заехать на автопарковку, как ее встретила вот такая вот забавная гостья. Как мы уже говорили, с каждым годом белки все больше и больше осваивают городское пространство и становятся к людям все ближе и ближе. Тем временем Антон Шулепов рассказал нам о том, как на улице Блюхера, рядом с домом номер 3, какой-то затейник установил гараж. Хорошо, что еще ограждение не поставил, заметили наблюдатели. Таким вот образом жители 89-го дома по улице Крупской попадают сейчас в свои подъезды. Дело в том, что с недавнего времени у них идет ремонт крылечек. И все бы хорошо, но дело в том, что длится он уже вторую неделю. А теперь представьте, как выходят из подъездов, к примеру, мамы с колясками, пожилые люди или же ребятишки на прогулку. Для них этот процесс далеко не безопасен. Понятное дело, что разобранными ступеньками никто и не пытается пользоваться. Но даже по этим дощечкам далеко не каждый сможет спокойно подняться и уж тем более спуститься. Так что местные жители, с одной стороны, радуются, что у них приводят в порядок крылечки, а с другой стороны, считают дни до того момента, когда этот ремонт закончится. Рано радовались, написали нам жители 64-го дома по улице Юрша, после того, как вышел сюжет о том, что коммунальную аварию у них под окнами устранили. Уже на следующий же день горячая вода из колодца хлынула вновь. И до сих пор продолжает размывать придомовую территорию, убегая под фундамент соседнего дома. Что только не делали местные жители, чтобы хоть как-то изменить ситуацию. И камни укладывали, преграждающие путь воде, и огромные ветки тополя. Но, как вы понимаете, все эти меры были малоэффективны. А вот сейчас можно радоваться, что называется, по-настоящему. Коммунальщики все же сюда приехали, устранили аварию, и вот уже на протяжении нескольких дней горячая вода из колодца не бежит. Ну вот и все на сегодня. Мы отправляемся на выходные, но информационно-справочная служба продолжает трудиться в круглосуточном режиме. Так что если вдруг прямо на ваших глазах произойдет что-нибудь необычное, интересное или забавное, тут же звоните по телефону 2-630-300 и передавайте свои сообщения. Группа «Дежурный по городу ВКонтакте» также в вашем полном распоряжении. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи!